С вами канал AlexDNPro, и я Виктор Бритва. Сейчас проведу вам обзор такой игры, как Shadow Fight 3. Признаться мне, я ранее не играл в подобные игры, и для меня открытие этой игры стало просто каким-то шедевром. То есть настоящее событие, такое невероятное, настоящий шедевр. Значит, что здесь есть? То есть, во-первых, здесь идет прокач героя. Как вы видите, у меня уже второй уровень, да? Далее, есть такое понятие, как экипировка. То есть мы можем поставить на нашего бойца различную экипировку. Ну, в данном случае сейчас простые элементы. Это шлем, доспехи и оружие. Вот у меня сейчас такой шлем. Вот, есть такие вот доспехи. Выбор. Причем, что характерно, меняется также и внешний вид самого героя, если мы вот меняем доспехи. То есть не просто какая-то там, ну, что-то поставили. Нет, меняется и внешний вид. Также оружие. Различные выборы оружия здесь есть. Ну, начинается с парных клинков. Вот, да, у нас парные мечи. Это первое наше оружие, которое дается нам. Два меча. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Есть. С двумя мечами, то есть два коротких меча, быстрая атака на них идет соответственно. И для каждого оружия, что характерно, есть свои преимущества, свои недостатки и свои преимущества. Двуручный меч. Вы видите, такой уже подлиннее будет, да? Ой, это все не двуручный, а простой меч написано, ну как бы да, он такой. Есть вот такой вот, лабрисы, такие вот топоры. И третий уровень требуется для открытия меча. Двуручного уже, непосредственно. Я же выбрал сейчас металлическое копье, хоть вы видите 56, да, рейтинг у него идет. Здесь 71, здесь лабрисы 78. Я же выбрал все же металлическое жало, так называется мое копье, потому как оно очень удобно в бою. Чуть позже я вам это все покажу. Также здесь на каждое оружие можно еще ставить способности. В разном оружии есть разное количество слотов для этих способностей. Смотрите, 25% шанс не потерять оружие при шоке. То есть здесь еще, помимо того, что вы деретесь с оружием, оружие еще можно выбить из рук у противника и, соответственно, обезоружить его. Кстати, насчет оружия. Вот смотрите, у нас есть броня и здесь есть параметры. Защита тела и атака без оружия. Смотрите, защита больше, да, но атака без оружия меньше. Вот такой вот вариант. Так, здесь вот таран, есть еще теневая способность. О теневой способности и сейчас чуть-чуть попозже я вам сообщу. Так, давайте вот это вот наденем, да, редкий доспех. Рейтинг у него тоже 70, как здесь. Укрепленный мундир. Вот, но самого доспеха, самой брони, защиты тела больше. Поэтому предпочтение отдам именно ему. Так, как я уже говорил, поставим металлическое жало, это копье наше. И на первых уровнях, что немаловажно, участвовать в дуэлях. Вот правый нижний угол, начать дуэль. Сейчас вы увидите, как это делается. Так, вот против меня выступает противник Зура, 103 силы у него, рейтинга, и 173 у него очков, ну, побед, скажем так, очков рейтинга именно непосредственно здесь. Итак, начинаем. Ах, какой злодей, да? А ну пошел вон, пошел в клетку я сказал. Ой-ой-ой-ой. Вот это он меня припечатал, так припечатал. На! Управление интуитивно понятное, причем, что немаловажно, проходит здесь бой очень быстро и динамично. Вот, то есть тут нет такого, что вы там где-то как-то ждете чего-то. Бой идет быстро, красочно, эффектно. Так. Вот, как вы видите, преимущество копья в данном случае над парными клинками. Сейчас еще разочек давай.
Какой же дурик. Только что ж было, что не мог попасть. На, получай! Ну вот и все. Закололи кабанчика. Я пробовал различные варианты экипировки, но вот копью, что мне понравилось, что у него большая дистанция атаки. Соответственно, мы держим противника на расстоянии, вот, и побеждаем, собственно, все, скажем так. Так, второй дан получили. Здесь помимо уровня есть еще и данные в рейтинге борьбы с другими противниками, с настоящими игроками. Как вы видите, набор нового дана. Потрясающе. Праздновать получение вот для вас в магазине доступно новое предложение. Ну, понятно, что какое предложение там будет. То есть нас попросят заплатить немножечко денежек, и нам дадут за это какие-то плюшки. Ну, понятно, что мы этого делать не будем. В принципе, игра, хоть и имеет возможность доната, представляет собой отличную платформу. Если у вас ровные руки, прямые, так сказать, то у вас это ничем не удивит и не огорчит, соответственно. Так, смотрите. Количество дуэлей ограничено по 10 раз в сутки. Но награда за дуэль увеличивается, и, соответственно, шансы на получение более качественного сундучка возрастают с каждым следующим раундом, соответственно. Ну, давайте попробуем еще один бой провести, потому как мне кажется, что сейчас будет противник все-таки подостойнее. А ну, смотрим. Ну, как бы не очень пока 142, но это еще не факт. Это еще не факт, что он будет хуже, чем я. Итак, смотрим. Торомир взял все-таки себе эти парные лабрисы. На, получай. На, вот этот очень-очень коварный прием. То есть в чем прикол? Этот прием срабатывает, когда мы отступаем. То есть мы как бы делаем шаг назад, и при этом у нас срабатывает вот такая вот замануха. На. Все, закололи. Как вы видите, здесь еще важна не так скорость реакции, как тактика. Тактика, стратегия победы. Так. Попался уже второй раз. Вот они все попадаются. Да? Ай-яй-яй. Бросил мне какую-то фигню. Смотрите, что он творит. Вытворяет просто бандос. На, получай. Хочу ему сейчас пинок отвесить. Что ж такое? Ах ты... Ну, ладно, все-таки придется заколоть его. А не, вот ударили его и все. Хотелось все-таки пинком завершить бой. Ну и так будет эффектно и красиво. Итак, теперь вы знаете тактику победы над практически большинством противников. А именно, использование копья. Так. Значит, что же касается заданий. Также здесь есть задания. Вот видите, глава, вторая вот строчечка, вторая кнопка. Это задания. Сейчас они закрыты, потому как я их уже выполнил в процессе обучения. Вот. Поэтому пока сейчас новых заданий, к сожалению, нет. Это было... В бой сложно. О, смотрите, воспитательные работы. Используем, да, возможность? Так, смотрим. Нужно какого-то штрафника проучить. Ого, тут такой штрафник. Так бы он тут мне не навалил. Ага. Ну да, доспехи у него крепкие. Ничего себе! Это развал. Ой. На, получай по башке. Кстати, если вы не желаете использовать
оружие, то вы, в принципе, можете обойтись и без оружия. То есть просто биться, как в данном случае этот штрафник, обычными кулаками, голыми руками. То есть. Фух. Да, я, кстати, чуть-чуть даже разнервничался, потому как соперник оказался действительно хорош. Мощная, крепкая броня, вот, сильные удары. Так. Ну, конечно же, это же компьютер. Он-то знает, что я сейчас делаю. Поэтому и не попадается на мои уловки. Ого! Ничего себе, стоптал так стоптал. Что ж он меня так прессует? Я еще не успел встать. На, получай теперь ты. На. Так. Давайте его сейчас закурим быстренько. Раз. Отлично. Пошла, пошла, пошла. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это ж надо было так лопухнуться-то. На. Получай. Очень красочно, очень эффектно. Вот. Очень динамично. Игра просто невероятная. На. Блин, у него доспех такой, что сдерживает все мои попытки его побить. Он же наносит только два удара, и уже считай все. Уже считай меня уничтожил. Но благо, что расстояние позволяет мне держать его на дистанции. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. На, получай теневую способность. Не ожидал, да? Все, наконец-то. Что? Фу, еще и встал. А я-то расслабился, дурачок. Все, готово. Фу, вот это да. Это ж надо было. Также диалог идет, сюжетная линия построена. Но в целом все крутится вокруг боев один на один. Так, получили количество опыта. И награды, вот, собственно, такие вот монеты. О, как раз куртка отличная, 80 теперь уже, посмотрите. Простой меч, но простой меч мы использовать пока не будем. Укус змеи, уровень 3 редкий, вот это, кстати, очень интересно. И варианты есть за просмотр рекламы, мы получим еще одну карту. Но мы этого, опять же, делать не будем в целях необходимости видео, скажем так. Выкладывание. Так. Глава 1. И, собственно, последнее. Последнее, что я вам хотел показать, это... Давайте сейчас, наверное, заменим доспех, да? Вот доспех. Так, 80. 31. А здесь у меня, по-моему, 35. Нет, тоже 31. Так. 24 без оружия. Значит, собственно, заменяем доспех. И теперь, собственно, давайте все-таки вернемся к нашей кампании. То есть глава 1. Нельзя допустить, чтобы Гизмо добрался до сферы. Вот. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ночной побег. Сюжет. Безумно, просто невероятно круто. Сложность. Итак. Ты не надел лучшие вещи, которые у тебя есть. Да не стоит. Итак, начинаем. Кстати, загрузка идет относительно быстро, то есть не приходится ждать по 20-30 минут, пока... Ого! Ничего себе! Это такой мечник так мечник. Но мечник, он гораздо медленнее будет, чем я. Соответственно, на этом можно сделать акцент. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Но, во всяком случае, мне хотелось бы на этом сделать акцент. Но пока что-то как-то мой герой все-таки сдает. Его бы разоружить, этого дурика. И тогда дело бы пошло бы совсем по-другому. Я в этом просто уверен. На, получай.
Опа, подпрыгнул. Да что ж так не повезло. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пропустил такой удар. Фу. Но это еще, конечно, не поражение. Но что-то подсказывает мне, что силы здесь явно не равны. Фу. Он использовал запрещенный прием. Ну, сейчас я его просто туда загоню вот так вот. И сейчас... Ага, не попался, да? На, получай. Кстати, удар с разворота один из самых сильных в стиле копья. Да что ж он мне так наваливает-то? Итак, часовой все-таки этот... Прям не хочет все-таки сдаваться. Держит, так сказать, марку. Но это еще ничего не означает. Вот так вот. Опа! Так, давайте. Прижали его именно и пошла. На, получай, злодей. Есть. Отличный суфликс. И укол. Отлично. Итак, счет пока 1-1. Фу, да, действительно тяжело было. Так. Третий раунд. Кстати, битвы с боссами здесь тоже есть. И для того, чтобы одержать победу над боссом, необходимо выполнить три победы. То есть не две, как здесь сейчас идет, а именно три. То есть всего может быть у вас... До 5 раундов. Критический урон. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что ж, как вы видите, бывают и такие случаи. Ну что ж, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Будут еще новые видосы, битвы с боссами и еще многое-многое интересное.